капремонт под ключ. Активисты Народного фронта внимательно следят за работой рекоператора. За это время узнали все подводные камни. В четверг спорные моменты обсудили за круглым столом со всеми заинтересованными сторонами. Первое, с чем фронтовики не согласны – критерии отбора домов по необходимости и срокам проведения ремонта. Качество формирования долгосрочной и краткосрочной программы не учитывает фактически полноту оценки состояния домов. То есть иногда делаются дома, где состояние кровли не такое ужасное, как на соседнем доме, говоря по-русски. Иногда делается не тот вид ремонта, что требуется этому дому. То есть фактически законы у нас областной и федеральный несут нагрузку критериев, которые необходимо учитывать при отборе домов. А фактически это дело не учитывается. И дома набираются по большому счету, ну не хочется сказать в случайном порядке, но есть такое ощущение. На самом деле сейчас механизм такой. Если процент износа дома высокий, никто не проверяет состояние отдельных элементов здания. И получается, что сравнительно крепкую крышу старого строения ремонтируют, а дырявая кровля более свежего дома – в многолетнем листе ожидания. Очередность каждый муниципалитет определяет самостоятельно. Муниципалитет передавали это в управляющей компании, в ТСЖ, где это было возможно. И те, кто передали, они реально проставили эту потребность. Там, где не предоставили эту информацию, я знаю, что муниципалитеты, безусловно, ставили сразу кровли. Кровли или фасад. То есть, по большому счету, муниципалитет не может обойти там все дома. Обойти, может, и не получится, но управляющие компании должны быть в курсе состояния подведомственных им домов. В любом случае механизм оценки домов нужно менять. Еще один спорный вопрос – ремонт коммуникаций. По сути, это система водоснабжения, отопления, газоснабжения и электричества. Как правило, подрядчик пользуется лазейкой в законодательстве и ремонтирует из этого списка что-то одно, после чего считает свою работу сделанной. Исправить казус предстоит прокурорским работникам. Фронтовики уже написали соответствующий запрос. Но и по-прежнему есть претензии к качеству ремонта. Несмотря на ужесточение требований к подрядным организациям, некоторые подходят к своим обязанностям спустя рукава или вовсе срывают сроки. На сегодняшний день мы уже применяем штрафные санкции, выставили штрафные санкции двум подрядным организациям. Они подтянулись и уже у них два дома приняты, но мы сначала ждем оплаты от них штрафных санкций, впоследствии мы оплатим выполненные работы. В трехлетнем плане более 1400 домов. Половина из них уже дождались заветного капремонта. У рекоператора есть всего год на то, чтобы завершить работы в оставшихся 700. Это реально при, скажем так, при добросовестной оплате собственниками своих взносов. Почему? Потому что программа запланирована под поступление денежных средств. На сегодняшний день дополнительного финансирования на выполнение капитального ремонта нет. Все работы выполняются только на те средства, которые собственники оплачивают по квитанциям. Но, конечно, главное, чтобы в погоне за скоростью выполнения работ не страдало качество. И за этим фронтовики также продолжат следить. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.